Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game и добро пожаловать на прохождение Рафт. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем выживание. Так, что, отправляемся с этого острова вчерашнего, который... Ах ты паршивец, получай. Так, тут еще уже готово, замечательно. Так, у меня, короче, небольшой артхаус, я так понял, да? Тут. Да, в основном бардачок, можно сказать, такой. Давайте я, наверное, буду потихонечку складывать листья сюда и это сюда. Да! Что там было? Где что было? Подожди ты. Сака, подожди. Что там было и уплыло все. Эх ты. Так, что это? Талия не залазит, да? Замечательно, сейчас так, это тоже мне сейчас не полезет. Так, водички напиваемся мы. Так, это выливаем, короче, это наливаем. И вот так сделаем. Листики располагаем. Так, что еще мы тут можем с вами расположить? Стекло, шарниры. Так, замечательно. Так, это мы сейчас пожарим с вами. Опачки. А тут гвоздики могут быть. Что это такое? Посылка? Ага. По ссылке, ребят, переходите. Так, что тут? Это мы все съедаем. Посылку мы открываем. Замечательно, еще одну посылку мы открываем. А чересчур много всего, что нужно правильно расположить. Так, тут у нас что? Тут у нас всякие рецепты, лопата и грязь. Так, это мы забираем, наверное, чтобы в один ящик. Давайте вот так сделаем мы, наверное. Первые у нас минералы, все то, что мы добыли. Так, вот так сделаем. Шарниры забираем. Шарниры были где-то у нас с другой стороны, я просто видел. Вот он у нас с шарнирой. Много, кстати, сырых у нас рыбешек непожаренных. Так, блин, даже еще один нужный нам, я так понял, да?
Ёшкин кот. Уже кусака смотрите. Давай! Ух ты! Хлам. Сейчас мы это все расположим. Так, пластмассу. Ты что, кусал? Так же, как часто так? Замечательно. Замечательно. Так, листья, рецепты и какой-то шутшином там лежит. Так, металл нам тоже хлам. Перекладываем. Да, походу еще одну создать надо. Но для начала нам нужно еще создать квадратики. Я же хотел там животные уже переручать. Блин, а самое, что нам нужно, это у нас пластика-то и мало, да? И пластик у нас 12. Угу. То, что именно нам нужно, того-то у нас и нету. Так, а где у нас были? У нас же были там дофигища. Вот они. Все надо расположить. Соберешь? Ага. Картофель. Да на картофель, если честно, пофигу. Так, лопата сюда, инструменты будем закидывать. А, ты что застрял? Не застревай. Сначала мелкую съедим, наверное, да? А рыбешку. Блин, у нас листьев много, а вот пластика. Нам в основном пластик нужен. Да. Так, слушай, ты сможешь на тот остров доплыть? Так. Угу. Камень тоже лишний, мне кажется, выкидывать нужно уже. Что у нас там по ловушкам? Сетка-ловушка. Как раз можем создать. Угу.
Так, мы доплыли до острова. Мы как-то мимо него, да? Так. Подождите-ка. Мне надо еще одну, блин, бутылку, походу, создать. Через стаканчик, конечно, можно так. Так, и хлам нужен нам. Хотя чё я? Стой ты, блин, не ты. Плыл, ладно, надо было сразу плыть. Так, и пластмассы, да, как всегда, не хватает, да. Нуждаемся в пластмассе. Так, и жажду бы поправить бы. Так, сколько уже там? 5 глотков есть, значит. Так, ты попадешь, да, в ловушку? Да, еще одну, по идее, нужно. Вот сюда поставить, вот сюда. Вот именно, блин, все, поймал. Вот именно где, короче, этот. Смотрите, куда он. Так, доска, гвозди, да? Угу. Так, а мы мимо этого... Стой. Хотя ладно, будем проплывать мимо этого тоже острова. Так. Так, что у нас там? Сырая свекла, камень. Ладно, камень можем пренебречь.
Что это такое? Это посылка. Посылки, да, говоришь? Так, потихоньку плавим. Гирлянды. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ага. Так, хорошо. И все. И, кстати, мусор и закончился. Нет, он еще есть. Так, а куда еще луч? Сюда. Так, чуть-чуть поправим. Ну, какая красота, посмотрите. Весь мусор. Собираем. Угу. Все, в принципе, сами делают. Так, что мы можем с вами еще создать? Мы можем. Ту главное не упустить. Да, потому что... Нам с вами что нужно? Нам нужно с вами создать антенну. Компьютер. Угу. А это мы уже можем с вами изучать. Замечательно. Приемник нам нужен, две микросхемы. Антенны нужно. Ага, блин. Это 4 микросхемы нужно, да, получается? 5 микросхем. Ага. 5 микросхем, говорите. Сокляны. 5 штук нам нужно, значит. Блин, медный слиток. Я же так и знал, что надо было собирать. А вот медный слиток я не похвастаюсь, что у меня есть... Нужное количество. Нет! Что-то я выкинул. Вот такой облом происходит, да? Да ёб твою ж. Когда все не помещается. Вот это не нужно нам, если честно, манго. Можно его съедать. Кокосы, может, еще и нужны? Сюда. Кстати, что там с гнездами? Птичье гнездо. Ага. Блин, а даже если я его изготовлю, мне все равно лук нужен. Вовремя я заметил тебя. Мне нужен будет лук.
И чё я так поздно обнаруживаю всё? Нет-нет, вообще не варик туда плыть. Что по пути нам ничего не этот не попадается. Так, суклянный болт есть. Камень, кстати, не стоит больше брать, да, мне кажется. А, так, лук есть и стрелы теперь. Замечательно. Так, вот это скипнем все. Лишнее. Вот это скипнем. Так, водоросли, что тут? Где там еще гнездо? Замечательно. Изучены часы. Так, ты проголодался, да? Блин, все мимо нас реально проплывает. Нет где-нибудь что-нибудь, я увидел бы это, знаете, заранее. Может, вот такой хоп, а сразу. Стрельнуть, пальнуть. Есть. Вот наподобие того, вот этого. Наподобие вот этого. То, что я ждал. Стоит только попросить. И... вот, да, есть, плывем. Такой пустынный, да? Островок. Доски, что там? Есть кто-нибудь? Нет. Так. Опа, очки. Обратите внимание. Только за борт не падай, пожалуйста. Замечательно, ребят. Так, во-первых, перо мы. Да, ёп. Изучим. Замечательно. Так, чувак, ты можешь сюда?
в эту сторону. Так, что-то я хотел. Зачем кидать можно же? Так, что ты пить хочешь? Жажда, бедолага, у тебя. Можно кидать якорь. Ты спустился же, да? Все правильно. Так, это мы можем пожарить. Сразу же. Гвоздик можно тоже шарниз сюда закинуть. Так, знаешь что, наверное, так сделаем. Мы закинем шарнир сюда. Еще стекло сюда закинем и закинем, что еще взял, и гвоздик закинем, если у нас уже так. Небольшой островок, но подфармить дерево. Ананасы. Так, что я взял? Вот этот мне не нужен, допустим. Ваши семена мне не нужны. Так, мне теперь нужен. Вам нужен, да? И нужна медь. Медь, медь, медь. Все, вижу. Так, не утони, радость моя. Так. Вот она. Так, ну и все, и такой маленький, да? Ничего больше тут не будет.
Да. Я ожидал островок увидеть, конечно, но такой себе островок. Даже по минералам в округе ничего нет у него. Толком один там был оазис под водой. Больно же. Ну что, дурачок, что же я хочу бить? Замечательно. Так. До конца уже доплавлю. Сколько у нас уже? У нас с вами уже 16, 17 сейчас будет. Офигеть. Нормально так, нормально подобывали. Ты что тут? Тут же птички сидят, а ты уничтожаешь их. Это выбросить можно цветок. Он мне пока не нужен. Кокосы тоже выбросить. Так, вот пластмасса нужна мне, да. Мне, по идее, вообще 4 квадратика нужно для животных. 4 квадратика. Раз. А, ну вот, как раз. Вот, замечательно. Так. Где у нас забор веревочный? Нет, 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 нет. Все не то, все не то. Вот он. Ну, веревочный просто красивее будет. Так. Так, мне нужны, получается, 2, 4, 6... 8, 10, 12. Ага. 12 веревок нужно. Где у нас? Здравствуйте. Замечательно. Стой, 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 стой. Вот как раз листья мне нужны. Веревочки создать. Стой, подожди, вот это тоже тут. Два, три, восемь. Так, блин, что я хотел уж создать? А, веревочки-то. Я уже забыл. 12, да, надо было мне там. Давайте пока так сделаем. Все, замечательно, так тихо. Ты что, хотел меня укусить? Ах ты паршивец. Все. А, ну подожди, какой все? Нам нужно еще же идти туда. Лужайку. Грязь. У нас была где-то грязь. Раз, два, три. Ну, три лужайки тоже сойдет. Три лужайки это лучше, чем ноль досок. Кстати, вот это можно сюда сделать.
Кирилла Шейки, нормально. Можем с вами это все полить. А в следующей серии, ребят, мы поймаем с вами, ну, если наткнемся, конечно, на большой остров, на большой... Нам еще с вами большой остров нужно найти для начала, чтобы вот там поймать ламу. Так, 5 глотков. Давайте на этом пока что будем завершаться. Заканчиваться. А завтра, в принципе, и продолжим с этого момента. Ритуальчик, знаете, лайк, подписки и комменты. С меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидим с вами в следующих роликах на канале Лайкл Гейм. Ну и всем пока. Тихо-тихо, не падай, не падай. Починили. Пока.